Добрый день, перед вами бижутерия Элит, и мы начинаем. Вот это кольцо вот этого бренда. Знаете, сколько оно стоит? 15 тысяч рублей. И его еще нифига нет. А знаете, сколько оно у нас стоит? Смотрите подробности под описанием. Итак, браслет. Манукян, цепочка. Кольцо. Кольцо. Чтобы продать эту бижутерию с большой выгодой, нужно смотреть бренды, потому что иногда нас просто поражает, какая стоимость на отдельные вещи здесь бывает. Два колечка от Pilgrim. Ну вот, например, здесь написано 40 евро. Пожалуйста. Красивый. Много серебра и жемчуга. Цепочка. Браслетик мужской, брутальный. Натуральная кожа. Смотрите, какое ожерелье. Вот эти серьги дорогие. Pilgrim. 40 евро. Очень модный аксессуар от Манго. Так вот носится. Ракушки, серьги с ракушками, Pilgrim. Мне самой нравится эта бижутерия, я прям не могу, вот рука радуется, когда ее берешь, просто очень качественная. Чарути, вот, пожалуйста, больше 10 тысяч стоят вот такие цепочки. Браслет из натуральной кожи, текстиль. То ли четкий, то ли браслет. Cilio Blue Paris. Ну, в основном Франция здесь и в основном Италия. Натуральный жемчуг темного цвета. То есть тут много подарочных вариантов. Если, допустим, раскошелиться, вот шармик есть, раскошелиться на коробочку, которая стоит на самом деле недорого, то можно их так представить. Зачастую люди покупают бижутерию из-за света. И коробочек, когда она смотрится очень дорого, там 10 тысяч браслет, например, а он по факту, ну не знаю, вот в отличие от этой бижутерии, так просто ни о чем. Понимаете? То есть, конечно, ее надо уметь продать. Pilgrim 40 евро. Вот эти серьги стоят. А вот эти серьги Pilgrim. Вот. Вот они, например, стоят тоже 40 евро. Вот. Вроде бы и весь состав этой бижутерии. Она очень выгодная по цене у нас. Хочу сказать, что это последняя партия. Так, это, ага, вот еще браслетик Чарути, 8 тысяч такая штучка стоит. Вот и представьте себе две сережки, как можно понравиться вашему клиенту. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.